Нарвский молодежный центр провел в рамках мероприятия «Экологическое ориентирование» с учениками города 2-х, 3-х и 4-х классов. Участвовало 12 классов и 100 учеников. В то время, когда школьники проходили свой маршрут по тропам здоровья, они собирали с собой различные природные материалы – листики, шишки и так далее, для того, чтобы после этого сделать стенгазету для своей школы. Ребята познакомились с растительным миром Акикюла, с красивыми природными местами для прогулок и специализированными местами для гриля. Также поговорили о культурном и безопасном для окружающей среды отдыхе. В рамках мероприятия детьми было повешено 20 скворечников. Данил Ширяев, Ефим Валитов, Акикюла, Нарва.